Как сделать отношения с Богом глубже? Евангелист Марк пишет об Иисусе, а утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился. Можете ли вы сказать, что у вас есть личные отношения с Богом? Проводите ли вы столько же времени в разговорах с Богом, сколько общаетесь с семьей или друзьями? Бог не требует, чтобы мы выделяли какое-то конкретное время, чтобы поговорить с Ним. Но пример Иисуса показывает нам важность ежедневной связи с Богом. Иисус часто покидал своих друзей, чтобы побыть со своим Отцом. Наше общение с Богом может быть разделено с братьями и сестрами в церкви, но важнее всего общаться с Ним лично. Чтобы выработать привычку посвящать личное время общению с Богом и изучению Его Слова, нужно найти уединенное место. Иисус ходил к морю, в горы или в сад, но ваша комната или прогулка в парке, или по тихой улочке – тоже отличный вариант. Возможно, вам придется изменить ваш режим дня. Есть ли у вас привычки, которые мешают вам посвящать время Богу? И помните, что в молитве важно не только поделиться с Богом своими надеждами и тревогами, но и найти время в тишине выслушать то, что Он хочет сказать нам. Чтение на сегодня. Псалом 41, стихи с 1 по 11.